продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в День Конституции России в республике организован Общероссийский день приема граждан. Так, с 12 часов до 8 вечера по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в приемное президента Российской Федерации, это государственные органы или органы местного самоуправления. Уполномоченные лица данных органов и обеспечивают согласие заявителей, личное обращение в режиме видеоконференц-связи и видеосвязи. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта. Также сегодня работа по организации записи на прием граждан с 12 до 20 часов идет и в правительстве Тувы. День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Праздник, посвященный главному правовому документу страны, причислен к памятным датам и не является выходным. Конституция – это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство страны, регулирует образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При этом она применяется на все территории во всех субъектах страны. Основной закон России был принят в 1993 году в ходе всенародного голосования, за которое проголосовало свыше 58%. Новая Конституция Российской Федерации существенно изменила структуру высших органов государственной власти. Так, в новой Конституции президент страны был провозглашен главой государства. Российская Конституция имеет давнюю историю, а именно документы конституционного содержания в стране появились в первой половине 18 века. Самые большие долги за ЖКХ в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Туве. Данные по количеству неплательщиков за услуги ЖКХ обусловлены совокупностью различных факторов, которые могли на это повлиять. Все зависит как от экономических, так и от чисто субъективных социально-эмоциональных моментов, заявил по поводу таких данных руководитель аудиторской компании АИП Сергей Елин. С точки зрения экономики роль играют курсы валют и стабильность рубля, также влияет и снижение доли экономически активного населения. Людям становится все сложнее оплачивать услуги, к тому же надо понимать, что это зависит и от самого региона. К примеру, если отключат горячую воду, то в северных регионах это будет ощущаться более болезненно, чем в южных, пояснил эксперт. Как сообщало Федеральное информагентство, по данным Росстата, на первом месте по долгам ЖКХ – Ставропольский край, на втором – Кабардино-Балкария, на третьем – Чувашия и Тува. В Пенсионном фонде страны рассказали о повышении пенсий. Так, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысятся на 7,5% или в среднем на 1000 рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России на расширенном заседании правления фонда. Тем, кто уволился в новом году, пенсии тоже увеличат с учетом всех прошедших за время их работы индексаций. После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если среднегодовая пенсия россиянина в этом году составляет 14,4 тысячи рублей, то в следующем году вырастет до 15,4 тысяч. Также в новом году увеличатся и социальные пенсии, и другие в рамках государственного пенсионного обеспечения на 2,4%. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей. И о курсах валют: доллар стоит 66 рублей 16 копеек, евро 75 рублей 75 копеек. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Пятигорск орайдан Ангелина фабрика зынанегне улук шубалар тілгілгізі мүн рубль дан өрі үзіптеп төлдейір. Расрочка 5 мүн ажық шубалар чүлгі декабр 11-ден 16-ға чедір цум цокальды кат. Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 37070 www.tuva.ru. Открытие первого дисконт-центра Family в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. Family. Универмаг Саяны. ТНТ Кызыл представляет.
Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Не 1000, не 100, не 10, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. В селе Эрби Кызылского района волчица напала на людей днем 8 декабря. Государственный инспектор Госкомахотнадзора региона получил телефонное сообщение от председателя сельской администрации о том, что от нападения волка пострадал местный житель. На момент поступления звонка группа охотинспекторов из 10 человек занималась облавной охотой на волков в районе села Шамбалы. Что хотелось бы по рекомендациям сказать, если его дикий зверь зашел в населенный пункт, самое первое действие это... Гражданин, на территорию которого, неважно, в данном случае или Чабанская стоянка, зашел дикий зверь, он должен обратиться по телефону горячей линии в Госкомохотнадзор, сразу же позвонить. У нас инспектора за каждым районом закреплены, и в оперативном порядке группа у нас сформирована, которая в срочном порядке, если поступает сигнал, сразу же в течение 5 минут уже выезжают туда на место. Обратиться в Госкомохотнадзор, сразу в ОМОНную администрацию надо сразу позвонить и участковому. А в настоящий момент... Госкомохотнадзором Республики Тува не прекращается работа по регулированию численности волков. Это одно из наших направлений работы. У нас, я могу сейчас сказать, по настоящий день, с начала года уже зафиксировано уничтожение 300 особей волка, это по всей республике. По приезду на место охотоведы выяснили, что волк забрался в угольник частного дома, где проживает 29-летний пострадавший. По словам мужчины, около 6 часов утра он вышел во двор за углем, как вдруг из угольника на него вылетел волк и повалил на землю. Однако парень не растерялся и сумел дать отпор разъяренному хищнику. Серый хищник на этом не остановился, и уже 9 декабря около 2 часов ночи стало известно, что волк орудует в деревне. Охотоведы незамедлительно выехали в поселок и обнаружили уже мертвого зверя. Хищника второй пострадавший. Пострадавший мужчина забил подборной лопатой, однако рука его была повреждена. Туша волка, орудие его добычи, коими стали подборная лопата и топор, были изолированы охотоведами на случай выявления бешенства у волка. По данному факту, значит, на сегодняшний день проводится эпизоотическое обследование, подборный обход, вот, и вакцинация домашних животных. Провакцинировано на сегодняшний день 114 собак. И 18 кошек в данном сумоне. Но труп волка доставлен в лабораторию. Предварительно мы получили результат отрицательный. Но дальше наша работа продолжается. В течение месяца мы будем, заразили белых мышей. Биологический метод, биопроба называется. Вот, должны, обождать. Вот, и окончательно же вынести заключение. Отметим, что в настоящее время патрулирование близлежащей территории села Эрбек на предмет выявления волков продолжается. Также работа по уничтожению волков ведется на всей территории региона в усиленном режиме. Охотоведы призывают подключиться к данной работе глав сумонных и районных администраций, непосредственно животноводов региона. В Туве под лед на несанкционированной переправе ушла машина УАЗ. Пассажиры спаслись, водитель погиб. Трагедия случилась в Тоджинском районе Тувы на реке Большой Енисей. Это первый случай гибели людей и ухода транспортного средства под воду с начала этой зимы. 7 декабря около 7 часов вечера в ЕДДС Тоджинского района поступило сообщение о провале автомашины УАЗ-69 в районе реки Торахем, где вот переправа. На место выехали полиция, сотрудники полиции, пожарной части, где извлекли тело погибшего мужчины-водителя. Как выяснилось, это единственная пока ледовая переправа в Туве, не получившая допуск. Ее планируют открыть только по достижению необходимой толщины льда ориентировочно 25 декабря. В настоящее время в республике действуют 3 ледовых переправы. Это переправы Бельбей, Дерзык, Аксия и Лыхи, которые прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации. В
Туве идет подключение сельских библиотек к всемирной паутине. Так уже 80 книгохранилищ в районах республики подключены к интернету. В течение следующих 3 лет работа в этом направлении будет завершена. Главный аргумент сетевого подключения – библиотека сегодня – это не просто хранилище литературы по разнообразной тематике, но и современный коммуникационный центр, заточенный под одну цель – быструю добычу разнообразных сведений, фактов и данных. Это в первую очередь центр информации, которому необходимы все возможные новшества в области компьютеризации, которые дадут читателю возможность мгновенного доступа к информационным сокровищам всего мира. Правительство Тувы с 2012 года реализует программу по подключению библиотек к сети интернет, расширяя информационные технологии за счет ассигнования с федерального бюджета, предоставляемых бюджету республики. Сегодня из 170 библиотек муниципальных образований подключены к сети интернет 134 библиотеки, оставшиеся 36 планируется подключить до 2022 года. В 2018 году в Туве отремонтировано 7 спортзалов сельских школ. Спортзалы привели в порядок в селах Кокхак, Ильинка, Хадын, Акдаш, Баяндала, Эйлыхем и Арыскан. Как сообщили в Минобразовании региона, ремонт был организован в рамках региональной программы развития малых сел. В предстоящие 2 года предполагается обновить спортзалы в 18 сельских школах. Также в министерстве сообщили, что запрос на здоровый образ жизни в республике растет, и особенно среди молодого поколения. В настоящее время более 96% всех школьников занимаются спортивными занятиями в рамках учебной программы. При этом 22 тысячи подростков посвящают спорту и свободное от школы время. Число детей, регулярно посещающих различные спортклубы и секции после уроков, по сравнению с 2017 годом выросло на 5,5 тысяч человек. Министерство образования и науки Тувы подчеркивает особое значение программы развития малых сел в улучшении качества жизни населения труднодоступных поселений. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -30, -32, днем от -21 до -23 градусов. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.